Привет, друзья, с вами Алекс, из Китая. Сегодня мы посмотрим шестую часть прогулки по Диснейленду в Гонконге. Для того, чтобы российскому туристу посетить Гонконг, не существует каких-либо существенных требований, в частности, не требуется виза. Поэтому вы можете вполне свободно приехать в Гонконг и помимо других достопримечательностей увидеть Диснейленд. Этот парк является самым молодым и маленьким в мире, но тем не менее является вполне привлекательным для посещения. Сюда ежегодно приезжает около 5 миллионов туристов. Конечно, такое количество несравнимо с посещаемостью Диснейленда в Токио или Париже, но, согласитесь, тоже является весьма существенным. Страна игрушек. Название этой территории намекает посетителям на мультик «История игрушек», и этот намек совершенно верен. Действительно, именно этот мультик является тематической основой парка. Тут вы сможете повстречать динозавра Рекса, шерифа Вуди и множество других героев. Помимо этого, тут есть самые захватывающие аттракционы. Итак, друзья, внимание! Хочешь со мной в путешествие? Участвуй в розыгрыше «Быть попутчиком» в следующую поездку. Что нужно сделать? Первое. Посмотри до конца это видео и поставь лайк. Второе. В комментариях к видео на YouTube коротко расскажи, что тебе понравилось в этом выпуске. Третье. Подпишись на мой канал на YouTube, если еще не сделал это. Важно! Счастливчиков будет двое, каждый из них получит по одному авиабилету в одну из стран Юго-Восточной Азии с вылетом из столицы. Победители будут определены при помощи рэндом. Результаты будут опубликованы в комментариях под видео на YouTube. Пусть удовольствие от дороги будет сильнее усталости. Хороших вам попутчиков, друзья!